by technical knockout is Vyacheslav Rzhitarchan Datsik. Ну что, очередная победа в копилке Вячеслава Датсика. И интересное выступление. Вячеслав, вы очень долго кричали, рычали на своего соперника. А бой, ну, такой короткий. Получилось ли получить удовольствие от боя? Мы же знаем, что вы любите подраться очень. Удовольствие приходит и проходит очень быстро. Конечно, получил удовольствие. Вывел соперника из равновесия и быстренько поймал на левую. Просто, дорогой зритель, я многом не прошу, просто влепи лайк и напиши комментарий, всего лишь пару секунд твоего времени. Заранее говорю спасибо, но мы начинаем. А дальше уже не видел, вот. Так что как раз все прошло по плану. А сейчас, ну, как бы все видели, хороший бой, короткий, правда, жалко, прошу прощения. Но я бы хотел следующим своим соперником, пока Гаджи лечит руку, с которым я должен был биться, видеть Джеронима Либанера и взять реванш, подойти к бою в здоровом, хорошей форме, вот. Ну, а Гаджи здесь, между прочим, да, и он хочет очень взять микрофон. Дорогие друзья, всех приветствую на таком великолепном мероприятии. Большое спасибо организаторам, всем спортсменам за то, что они подарили нам эти великолепные эмоции, которые делают нас людьми. Вячеслав Рыжий Тарзан. Лиса содрогаются при виде твоего имени. Я вызываю тебя на следующий раунд. На правой руке, на одной руке. И, дорогие друзья, я хочу вас всех попросить, пожалуйста, дайте колокольчик, лайк, комментарий. Урал и все, чтобы они сделали мне бой на одной руке с ним. Он согласится. Главное, чтобы вы дали шуму, и чтобы они мне разрешили. И давай правой на правую подеремся. Что, интересно, идея? Таких боев нет. Гаджи, ну а если к тому времени, пока Вячеслав согласится на одной руке, у тебя уже вторая выздоровеет? Дорогие друзья, нет, не пройдет. Очень хорошо. Дорогие друзья, еще раз прошу вас, чисто по-человечески, дайте заработать мне денег, дайте шуму в комментариях Лиги Урал и все, чтобы я со Славой подрался правой на правую. Слава, подерешься? Я готов! Ну, давайте сделаем это будет великолепно. Бой одна руки. Руководство. Давайте, face to face. Да. Гаджи автомат Абрузов и Вячеслав Рыжий Тарзан Датсик. У нас есть время, мы с Мандрагоном можем тоже поговорить. Он хочет поблагодарить публику и все такое. Давай попробуем.